Городу нужны волонтеры, школьники, студенты, люди работающие, можно и без опыта. Никаких ограничений. Впереди большая работа. Мероприятие, посвященное 9 мая. Добровольцы понадобятся на раздаче георгиевских ленточек, на параде Победы. Нужно будет помогать ветеранам, заботиться о них, ну и во время шествия бессмертного полка. Задача – проследить за соблюдением правил движения колонн, обеспечить подачу воды нуждающимся и помочь пенсионерам и инвалидам. Ежегодно только для шествия привлекают больше 150 волонтеров. Никаких особых навыков не требуется. Все добровольцы пройдут обучение и необходимый инструктаж. Для того, чтобы стать волонтером, можно пойти несколькими путями. Прежде всего, первое, обратиться в наш комитет молодежи, политики и спорта. У нас есть телефон 59-46-20. Или написать нам в социальных сетях, ВКонтакте, в Инстаграм, что я хочу стать волонтером, возьмите меня к себе. Мы, безусловно, возьмем этого человека, мы будем очень рады новым помощникам. Второе, можно обратиться в волонтерские организации, которые являются операторами этой деятельности. Ну, например, волонтеры Победы или Ивановский волонтерский центр.